Начиная с 1982 года, Олимпийский стал популярной музыкальной площадкой, которая видела Пинк Флойд, Стинга, Джастина Тимберлейка, Мадонну и многих других звезд мирового уровня. 1 января 2019 года стадион закрылся на реконструкцию. Глава эпохи главной концертной площадки страны завершилась, и Филипп Киркоров стал последним артистом, кто собрал аншлаг на грандиозном шоу в старых стенах. Вся звездная жизнь Киркорова неразрывно связана с Олимпийским. Больше 30 лет назад еще совсем неизвестного исполнителя на сцену вывела Примадонна, открыв тем самым для Филиппа и эту площадку, и мир эстрады. Теперь же, по иронии судьбы, королю российской эстрады выпало закрывать этот зал. Думал ли я, будучи мальчишкой, сидя там, где-то очень далеко наверху, в начале 1980-х годов, на одном из первых шоу легендарной женщины, которая поет, что спустя 40 лет после открытия этого зала Аллой Пугачевой мне выпадет честь закрывать его историю, признался Филипп Киркоров со сцены концертного зала.